Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Эх, ну что за дивная ночь, Нинамия? В ночи, подобной этой, моя кровь так начинает бурлить в венах. Кстати, о крови. Ты не забыл про оплату долга? Ах, да, мой долг! У тебя набежала задолженность по процентам в 5 миллионов золотых. Если не отдашь, придется тебе расплачиваться своей шкурой. А если не хочешь умирать... Ты полностью мне выплатишь все, скотина. Твое начальство называет меня героиней и ждет подвигов. Так что я должна оправдать оказанное мне доверие. И сегодня... Мы снова будем сражаться в подземелье! Ей! Нинамия, тебе не кажется, что ты какой-то странный? Да он прям с самого утра приунывший. Отдать 5 миллионов в течение месяца — это же... Ты чё, пусти меня! Ну вот и что мне с тобой делать? Набирайтесь опыта, чур не оплынивать! Да что ты! Мерзость! Фу! Дрянь! Страшилище! Ненавия! Не двигайся! Отлично постарались, ребята! Ну хорош уже, Нинамия! Что ты горланишь во всю глотку? Ты же всего-то висишь у меня на плече! Достало! Нельзя, что ли, сражаться с монстрами как-то поаккуратнее? Не дрова несешь! Ой, да ладно тебе! Да и я в полувосторге от предвкушения того, что нам придется как следует поработать здесь! Мой тебе совет. Держи извращенские мысли при себе. Ты смотри-ка, опять громадина. Давай, разберись с ним. Возвращайся. Постой, ты не можешь так! Прости, что так получилось, но теперь у тебя передо мной должок. Прощай. Нет! Хренушки! Лови! Чё? Мне бы очень хотелось узнать, как продвигается добыча камней. Сейчас подземелье полно монстров и добыча... Если сотрудники не укладываются в установленное время, пусть работают больше. Да, хорошо. Наверное, смерти шлет. Эй! Эй! Конечно, осознаю. Отправил это бесящее создание на поверхность. Кстати, именно поэтому мы с тобой все еще живы. Не отвечай так буквально! Если я правильно понял и пришел к верным выводам, ты была его единственной целью. Поэтому он все равно вернется сюда. Ты просто выиграл время? Догадливая. Не забывай, что не стоит ставить меня в один ряд с обыкновенными людьми. Потому что я никто иной, как величайший Кинзи Нинами. Дьявол на поверхности! Кажется, кто-то переместил его сюда! Отвечай, что дьявол делает на поверхности? Это твоих рук дело! Я ничего не знаю, я ни при чем. Нужно честно жить и честно работать. Вот путь настоящего человека. Благодаря компании Райзах я поняла эту истину. Радость и выполнять работу и приносить пользу другим людям. Вот это жизнь! Такие, как мой отец, глубоко заблуждаются. Верно. И даже если мне... Да угомонись уже. Ты за что это хватаешься, кретин несчастный? Вот холера. Но кое-как мы справились. Сегодня надо, наконец, хорошенько пожрать. Разрешу есть все, что душе угодно. Что будешь кушать? Мяско. Выбери овощи.